Всем привет! С вами снова я, Лена Нифонтова, и это мой канал Радуга ТВ. Сегодня в этом видео я хотела бы вас научить делать вот такой вот конверт в тетрадке, как такой кармашек. Это идея для личного дневника. То есть вы можете сделать такой кармашек в личном дневнике. То есть у нас кармашек вот тут, вот тут, и вот тут, и вот тут вот. Вот, для этого я возьму вот такую тетрадку, и для этого нам еще понадобится клей. Для начала складываем вот этот угол сюда. И вот этот угол сюда. Так вот у нас получилось. Что-то подобие креста, да. Вот так. Далее мы берем и вбиваем вот так вот. Тут, короче, делаем вот такую вверх штучку. Ну, сейчас попробую сделать ее ровной. Сюда просто ровно получается. И прогибаем вот в эту сторону. И в другую сторону. Вот так вот. Теперь вот так вот его раскрываем. Так вот. Все, прогибаем. Да, получился вот такой кармашек. Но это еще не все. Сейчас мы вгибаем вот тут вот. Берем у нас клей-карандаш. ПВА не советую брать, потому что он все, короче, размажет. Так вот, мажем вот с этой стороны и вот с этой стороны. И приклеиваем. Чтобы у нас, собственно, получился вот тут вот кармашек. Также делаем с другой стороны. Тут мажем и вот тут. Вот так. Вот такой кармашек у нас получился в тетрадке или в вашем личном дневнике. Да хоть где. Туда можно, конечно же, что-нибудь положить. Да. Можно туда 4 в одно, потому что тут все-таки 4 кармашка. Если вам понравилась эта идея для личного дневника, то не забудьте поставить палец вверх и подписаться на мой канал. Всем пока!